Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Нынешний праздник – это праздник Пресвятой Богородицы и праздник всякого храма, поскольку прославляется сегодня Пречистый храм Спасов, так именует Церковь и Святую Богородицу. Кем должен быть человек? Вообще, кто есть человек? По определению святого апостола Павла, человек есть храм Святого Духа. И святитель Игнатий Брянчанинов в своем замечательном труде «Слово о человеке» так и определяет, вот, что, кто есть человек. И степень высоты нашего призвания, с одной стороны, раскрывается в этом определении, и степень глубины нашего падения тоже очевидна, вот, именно потому, что так высоко призвание, и так явно мы ему не соответствуем. Пречистый храм Спасов, вот призвание человека, которое исполнила Пресвятая Дева. Причем, не ведая еще о том, что именно она будет Матерью Божией, что новому Адаму, Господу Иисусу Христу, она станет новой Евой, помощницей, поистине помощницей в спасении человеческого рода, уже хотя бы тем, что она его родит миру, это исполнение ею послушание, которое было дано древней Еве, и которое, увы, стало помощницей в грехе, стало носительницей искушения. И вот Пресвятая Дева это призвание вместо нее исполняет. То есть берет это на себя. Так совершается любовь, является любовь, когда любящий берет на себя, по сути дела, вину виноватого. Как мы боимся даже той ответственности, которая явно на нас лежит. Как мы стремимся уклониться от нее, а в этой самой ответственности залог того, что мы, человеки, поистине станем сосудами Святого Духа. Если мы примем эту ответственность, и если мы с Божьей помощью явим в нашей человеческой ограниченности, немощи, явим вот эту
ту самую любовь, которая является в том, что любящий берет ответственность.